Снова стартует. Какая-то подстава, друзья. Просто картинка уходит наверх. Не знаю, что с этим делать пока что. Может выбрать весь тогда. Вот так вот выбрать. Screen Region и все выбрать вместе с Warcraft. А дальше обрезать уже то, что не нужно. Если гора не идет к Магомеду, мы, конечно. Че, удалось мне обмануть систему? Да есть же! Yes! Полоска белая. Сейчас сверху чекну полоску белую. Стопа, да? 72 сделать. А? Ну, вообще, можно получше, наверное, обрезать. Значит, 151. Так. 151, здесь, соответственно, так. Снизу. С ботом 88 надо где-то. Нет, 89. Да есть же. Так, все хорошо, да? Значит, мы должны включить запись раз. Мы должны познакомить молодняк с Warcraft 2.2. Кстати, надо Википедию открыть. Википедия.ком. А, орг же, ёшкин кот. Warcraft 2. Warcraft 2, Tides of Darkness. Так, мне нужна по ту сторону портала. А первый варик, когда... Второй варик, когда вышел? В 95 году на... В Америке, в 96-м. В этом. По ту сторону портала. Это все баян. Это все я знаю, юзер интерфейс. Ха. Ладно, ребята. Многоуважаемые мои пользователи, любимые, родные. Сейчас будет такой у нас экшен. Вы не представляете. Просто не представляете. А если представляете, то вы вряд ли представляете. Интересно, какой битрейт нужно, чтобы трансляцию смотреть? Блин. Килобит, наверное, 500-600. Ладно, поехали. Поехали. Сейчас заставочки начнем. The once mighty army of Azeroth lay among the blackened and charred remains of Stormwind Keep. Those that escaped fled across the great sea, bringing tales of the suffering they had faced. Потерпите, захват будет нормальный, скоро. Слушаем сюжет, завязка. Орки нападают. Eager to engage in battle once again, the orcs constructed ships of war to bear them across the great sea. О, как сделал, а? Магия? Магия. The
orcish warriors yearn for the sounds of battle to fill the air and look to the far horizon for new blood to spill. Using the weapons forged by their new allies, the humans made haste to prepare for the onslaught. While dwarven cannon were being loaded, others armed themselves with elven steel and mail. With new allies against a common foe, mankind stands at the shores of destiny and awaits the coming of the Tides of Darkness. Ребятушки, я в это 15 лет назад играл. Всем еще раз, всем добрый-добрый вечер, особенно если вы смотрите это в записи. У нас предпраздничный экскурс в историю наших любимых игр. На голосовании на народном победил Warcraft 2. А я со своей стороны решил взять сразу же по ту сторону портала. Beyond the Dark Portal, Адончик. Но вам предстоит еще выбрать сейчас, если вы смотрите в лайфе это все дело. За кого мы начнем кампанию? За орков или за людей? Вот. Работает. Ой, в смысле, за кого начинаем проходить? Орки или люди? Так, нам снова предлагают заставку посмотреть. Хватит это терпеть. Голосуйте. Голосуйте за Единую Россию, там хотят голосовать. Я лично за людей хотел бы посмотреть, но большинство за орков. Ну, за орков компания, вот, Beyond the Dark Portal, орковская компания. Ну, смотрим тогда ее. Это мега графика, мега. Просто мега. Это Хадгар, маг. А это портал, это портал, который мы там держали в конце игры, в прошлой. Закрой его. Закрой его полностью. Calling upon the arcane powers of the Archwizard Khadgar, the fury of the earth and skies were unleashed upon the dark portal to destroy кастует. It once and for all. Это просто мега момент. As the blinding light dimmed, an eerie glow fell across the black morass. For though the portal was destroyed, the rift that joined these worlds at war yet remained. Though the Elder Shaman Nersu holds the rank of War yes. Chief of Draenor, your position as Slayer to the Shadowmoon Clan places the duty of leading their armies into battle upon your head. Ner'zhul has discovered how the rift was first formed, and now covets the idea of not only reopening the gateway into Azeroth, but of creating new portals and seeking out even more worlds to control. What? You must subjugate an order of Death Knights who have secured the knowledge needed to rebuild the Dark Короче, Portal. Нужно с рыцарями the смерти renegade Overmage Mogor of the Laughing Skull Clan has taken control чтобы... of these Dark Soldiers and is seeking to create порталов. A powerful spell with the aid of that necromantic magic. His life is also forfeit. Although we have no dragons to command, Драконов we have learned нет. That Grom Hellscream, и leader of the Warsong узнали, clan, has been captured by the Laughing Skull and is being held prisoner. Клан был захвачен. And he will surely aid you in your battles. И нужно ее освободить, чтобы он помог нам в битве. Короче, это типа брифинга, первая миссия за орков. У нас есть пара объективов. Это уничтожить Death Knight Temple. Эй, я не успел прочитать, что делать дальше. Блин, музыка гениальная просто. Сделать погромче музыку.
Нормально слышно? Make it quick. А, это ж Death Knight. А это огры. Блин, классно. Ребятушки, как со звуком? Все ли слышно вы? Громче музыку? Да, я тоже думаю, что музыку надо громче. Просто гениальная она. Это MIDI еще, MIDI. Килобайты музыки, просто килобайты. Игра вышла 16 лет назад. Не, потише музыку сейчас. Да? Так, ну что, знакомимся, это Грант. У него такие же характеристики, как у этого Футмена. Стандартные, ничем не отличаются. Вообще, баланс тут был близок к идеальному, если бы не огры с Бладластом. Это простые огры, они как конники. Двуглавые такие ребята. Но когда появляются огры магии, у них появляется, соответственно... Ой, как быстро скролл идет. Надо с циклом поменьше сделать. Так, вот где-то 30, да? О, хорошо. Так, нормально. И я, с вашего позволения, выключу Fog of War. Не нравится мне с ним играть. Это Туман войны. Ладно, поехали. Посмотрим. Чем-то на классические инвенции. Опа! Мало народу. Сами не хотели атаковать. Вот подлецы, через атаку нельзя послать. Ладно, прибегаем. Кабанчики. О, и вот он, вот она, небольшая армия для освобождения. Бьем стеночку и захватываем новых пацанов. В группу помещается только 9 человек, причем как таковой группы в принципе нет, поэтому нельзя бинды делать. Скелетики вообще ерунда, а не скелетики. Надо контроль вспоминать. Так, этих ребят... А, там катапульта стреляет! Блин, жесть. Надо огры на катапульту. Вот на эту. Катапульты здесь жесткие. С одного выстрела убивает. Просто с одного выстрела убивает. Но он не умеет вблизи стрелять, поэтому огры ее очень жестко карает. Просто карает. Огры вообще сильные. Так, уходим, там слишком много народу, скелетики. Фух, я почему-то думал, что первая миссия будет с героями, сразу когда Огр дается и Грантик. Но это вторая, видимо, миссия. Там троллим Огро. Ой, здесь добегают какие-то товарищи, не берется. Их много. Вроде смерти, кстати, маны уже, наверное, на Кайло есть. Да, у него. Touch of Darkness. Ой. Вот так вот. Я промахнулся. А, нет. О, Descoil. Он выглядит просто как... Descoil как C, да? C, хорошо. Он кидает кольцо смерти, которое высасывает жизни и действует на одного или на двух целей, если есть рядышком кто-то. Короче, сейчас можно спокойненько закайлить кого-то. А, у Десмонета еще есть рейндж хороший, то есть он видит очень далеко. Ну, пожалуйста, скелетики. Раз. Раз, два. Нормально. Правда, он дохлый, как и любой другой маг. Бежим дальше. А, тут еще надо сохраняться периодически, потому что могут быть сюрпризы. Вообще пробегаем игру, пробегаем. Ой, как уже там не пробежали. Ой.
Тут нельзя отправлять через атаку. Как же я привык к контролю. Обычно отправил через атаку, улыбаешься и машешь. Сурово. И вообще нужно разведку проводить с декой. Чтобы не было сюрпризов из серии «Ой, нас стреляет катапульта». Так, ну половину первой карты прошли. Это просто такие вот... А, у тролля тоже хороший вижу, насколько я помню, да. Забыли пацанов? Yes, master. О, тут тоже не очень хороший товарищ. Yes, о нет, ты сейчас убьет. А, вот и герой. Гром Хеллскрим. У него 240 хп, где-то под 20 урон. А, по ту сторону портала появились герои. Есть обычный юнит, а есть... О, да, 240 хп, 3.22, армор очень хороший. Жесткий товарищ. Это первый герой. Yes, master, yes, master. Башенка? Простая гвардовская? Yes, свои yes, master. Yes, master. Yes, master. Да, Ламбермилл. Можно сделать усовершенствование для троллей. Деньги на это есть, поэтому делаем апгрейд. Надо еще взять одного тролля отсюда. И надо сейчас рыцарем смерти. Блин, скролл жесткий, конечно. Дай пониже сделать, скрол от этого не изменится. Так, нам идти надо мимо этих, мимо скал. Я чекну на всякий случай, да, у нас вот товарищи. Вот, хп-шечку себе сделали. Интересно, там можно будет второй и третий грейд на атаку сделать? То есть это возможно, но я не знаю, в этой миссии можно или нет. Да, есть, отлично. All right. Это стандартные грейды на атаку. Okay. Там еще есть дополнительные грейды. Ну блин, нет! Деку замочили, потому что я снова через атаку отправился. А и, конечно, поражает постоянно. А, ну вот у нас зато подкрепление есть. И гоблины-подрывники, саперы. Точно, они же здесь еще были. Нейтральные, не за орки сражаются. Героя забыл. Подрывники могут взрывать. Жизни у них совсем мало, но они умеют еще атаковать. Один... У них легкая такая атака, 1-6. Как у Пизанта где-то. Ладно, двигаемся дальше. У Огра довольно... довольно... Так, жёстенько, блин. Где там наш герой, это друг? Нет, бегите! А, он взял, рванул. Трындец! Кажется, вот он, герой наш. Короче, мы потеряли тут дофига всего. Но у нас есть тролли. Тролли с двумя грейдами на атаку. Также есть герой и один огр-танк. Блин. Трындец, уже можно не пройти вот с такими потерями. Так, давайте сделать, как мы там делали. Выстраиваем троллей в линию. Выманиваем этого танковать. Заманивать. Все, пусть подходит. Раз. Хорошо. Дальше класс. Эй, беги, родной! Ой, ты ж ёжик, а! Ладно, поехали. И огры еще. Берем батон. Блин, будет тяжело, еще четверть карты впереди. Ладно, разведку делаем троллями. Хотя у него такой же рейндж, кажется, как у героя. Да. У
Меня смущает скролл вот этот вот бешеный. Как-то его в настройках вроде он по минимуму стоит. Да, маус скролл вообще минимальный. Громче бы музыку. Я могу сделать музыку громче, да? Может, клавишами тоже пользоваться скроллом вообще не вариант. Так, подходим, ребятушки, подходим. Нас осталось мало. Нас осталось очень-очень мало. Мы должны выжить. Никого мы-то не забыли. Кабанчик. А, кстати, если мы кабанчику долго кликаем, он взорвется. Он после третьего такого визга, сейчас один раз видно. Вот это второй визг, а на третьем он должен рвануть. О. И эта фишка из StarCraft перешла в первый. Так, ладно, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Герой-то жесткий. Без удара. Тролля мощный. Главное, троллей не подставить. Нужна мне подкрепа. Подкрепа нужна. Блин, ребятушки, ребятушки, как же я образ понадавал, да. Давайте чисто другое имя. И это вообще самый лол. Ну, со скроллом нужно что-то делать. Если у вас есть идея, как пофиксить скролл, если в настройках он... Так, здесь еще есть заход. Я не знаю, могу туда идти. Я сейчас играл, что-то. Видно, важно. А, музыка из игры и звуки слишком громкие. Сделал потише. Так, значит, по моим данным было довольно... Тише музыка. Все нормально? Все, теперь слышно. Прошу прощения. Увлекся игрой. Опа, кажется, здесь пацаны наши. Огры. Ребятушки. Заходим. Ой, три огра, это такая хорошая подкрепа. Это такие танки отличные. Просто великолепная подкрепа. Ой, рыцарь смерти! Героя почти не забрел. Все, замочили его. Отходим, отходим. Выстраиваемся в нормальную линию. Огры сюда, ты сюда. Вы с... Эй, куда вы побежали? Короче, больше разведку героям делать не будем. Так, все, выстраиваемся. Раз, два... 3, 4. Так, подошли. Раз. Выманиваем. О, выманил. Хорошо. Скелетов хороший ДПС получается. Жизни мало, а ДПС хороший. Так, одного деку забрили. Наша задача, кажется, вообще всех здесь убить на этой карте. А, еще... Блин. Это жесть какая-то. У них сейчас мана копится еще на кольцо смерти. Держись, держись, огр. Фух, зашли. Блин, да, ну не нужно терять юнитов. Еще тишину. Сделал. И мочим этот Temple of Damn, храм проклятых.
Так, наверху у нас тут скелетики бегают. Это все ерунда. Главное сейчас... Есть, это победа. Так, ладно, едем дальше. Победа. Ранг пион. Очков 3000. И дальше по юнитам, по строениям, по голде, лесу, нефти и килсам. Спасибо. Так, дальше у нас... давайте начнем с целей. Завоюйте Thunder Lords, ну, наймите. Уничтожьте Bone Churls, видимо, клан какой-то. Спасите Shattered Hand, и чтобы герои не сдохли. Вот это как раз вторая миссия с героями. Да, вот они. Смотрите, Дентарк, герой Огр. И с обычным грантом. Вот Огр очень жесткий, ну совсем жесткий. Особенно под Бладластом. Вот. Спасаем сразу же героя. Тут Blacksmith. Это Кадгар Blade First. Это другой герой, тоже грант, но герой. Всего 5 героев в игре, поэтому их не так много. Чекаем. Делаем разведочку. Здесь никого. Шахта. 35,5-37,5 тысяч. Так, сейчас я со скроллом попробую найти решение. Альтабнес. Потому что скролл какой-то дикий. Насчет скролла подключить Мицуми с шариком. Да. Скролл нормальный, советую версию. Все нормально, недавно проверял. Скорее всего, скролл зависит от производительности компании, от игры. Поэтому... Во-первых, есть бинды. Во-вторых, попробую поменять управление в настройках с VAR 1 на VAR 2. Тогда можно... Это как? Что это за дикие настройки? Warcraft 2. Стайл. Маус, интерфейс есть, он стоит вроде. Ладно, бежим, здесь вроде базу нужно просто за это найти. Можно было, кстати, заказать грейд какой-нибудь на атаку, тем более делаются они. Во-во-во, наши вот нейтральные. Башенка. Еще одна башенка и таунхолл. Дают нам пизантов. Правда, далеко находится. Ой, нам грейд совсем-то не нужен, получается. Давайте отменим его. Нам бы пизантов заказать. А, точку сбора нельзя поставить. Да уж. Здесь надо прогрейдить еще башенки. Но для того, чтобы прогрейдить башенки, нам нужен ламбермил, насколько я понимаю. Ламбермил мы либо не захватили, либо не построили. У Огра есть интересное заклинание. Это вот это вот Глаз Килрога называется. Это бешеный глаз разведчик, который... Вот он делается так и полетел. У него скорость сумасшедшая просто. Вот он по карте летает. И разведывает. Это нам поможет. Так, собираем. Надо ламбермил построить. Ламбермил построить там, где, соответственно, у нас больше леса. Здесь не так много. Да, здесь не прикрыто. Ладно, вот здесь постараю ламбермил. Так вот. Потому что нужно башенки делать нормальные. Не вот кэноновские. Они сплэшем бьют, но часто не попадают, точно. Поэтому лучше гвардовские делать. Вот это вот шахта еще, явно ее нужно захватывать. Только для этого нужен таунхолл. А сколько у нас таунхолл стоит? 1200-800, ё-моё. Нам до него жить и жить. Лимит не показывайте, лимит только когда тыкните на фермы. 29-13. Так, этих ребят, да, какого? Надо рабочих штамповать на стоп. Горячая кнопка П. Или добывай лес. Сколько у нас гвардовая? 500-150, отлично. Вот этих мы должны построить. Башенки. Короче, делаем сначала отличную экономику, применяем навыки второго Старкрафта и третьего Варкрафта к этой всей теме. Здесь есть максимум на шахту, но лучше, конечно, строить таунхолл вплотную к
вплотную к... Ну, там небольшое расстояние, вот так вот можно поставить. Чтобы не было вот такого большого количества народу, который бегает и не знал, чем занимается. Так, ладно, значит, тебя приджоним сразу сюда. Здесь грейдим еще одну башенку гвардовскую. Вас ставим сюда, в линию. Героев не привлекаем. Отлично, массим пионов. Ой, идут уже. Нифига себе вас. Героев лучше, конечно, не это. Не дэмэджить вообще. Что-то не нравится мне эта тема. Так, ты добывай лес. Еще рабочий, сколько там лимита? 19-29, хорошо. Значит, нужно построить еще одну башню. БТ, кажется, она, да. Здесь вот. Вот ее уже можно делать. Кстати, надо было вот это вот делать, кэноновскую, а эту... В общем, наоборот. Чтобы как раз стрелять по супостатам. Также можно попробовать построить барак, для того, чтобы иметь возможность нанимать ценных пацанов. Так, ты на лес. Слушай, давайте я запишусь. Я чувствую, что я не успеваю местами. Чаще всего не успеваю. Не местами, а в принципе не успеваю. Здесь мы делаем БХ. Так вот, холл ставим рядом с большой шахтой. Далее еще лес. А нет, БФ. Здесь кэноновскую башню. Не хватает леса на это все дело. Ничего, ничего. Добывай лес здесь. Ты тоже добывай лес здесь. Еще один пиончик. Так, где сделаем кэноновскую? Сейчас будет лес. Отлично. We've been attacked. Где? Блин, чертов АИ. Попадает с разных сторон. Убивал мне рабов. Destroy our city. Да, я чувствую верхнюю базу, они тоже в покое не оставят. Так, вы собираете здесь лес. Ты идешь вот сюда, вот делаешь БТ-шечку. Ламбера нет. Леса не хватает. Лес сейчас появится. Так, здесь сразу переводим рабочих. Никогда бы не подумал, что я буду переводить рабов. Во втором Варкрафте у нас такое не практиковалось. Так, спасаем Ламбер Милл. Более того, делаем на себя Bloodlust. Можно потихонечку грейды поделать. Здесь Гуадан, здесь туреточка, туреточка. Еще рабочих стоят. Так, 1600 у нас здесь. Тут не хватает рабочих на починке. Блин, это жесть какая-то. А не Warcraft. Чинить сможешь? Катапульты нужны, бараки нужны. Раз, два. Здесь Гуаден. Здесь Гуаден, здесь лес. Здесь рабочие тупят. Да, и тут не добраться, да. Вырубай лес, действительно. Так, сейчас катапульты. Вот эту вот тему надо засейвить снова. Или просто... Да нет, можно, пока он один. Огр очень жесткий. Как делается глаз Айо? Ай, вот так вот. И полетели сюда тогда. Полетели, смотрим. Чекаем. Ага, тут еще один проход. А, нам на себя Bloodlust не кинуть. Вот так вот. Раз, два. Там урон дерзко, просто очень жутко увеличивается. Хорошо, барак достроился, катапульту раз. Ферму два. Здесь дымится у нас уже все. Ну, в общем-то, все идет нормально на самом деле. Мирно добывают рабочие. Апгрейды делаются.
Как по лимиту. 32-34, все четко. Рабочие ходят. А сколько у нас здесь? 17. Не очень. Чап-чап. Вот, отличная шахта. Я думаю, надо еще добавить барак. Сделать разведочку. Здесь, кажется, третий мост должен быть. Не помню. Там два... Да, вот он, третий мост. Здесь пока защищают товарищи Blacksmith. Можно делать уже грейды. Катапульты. Катапульты. Катапульты отлично справляются с задачей устранения. Да вообще, самое главное, они классно с троллями дерутся, насколько я помню. Так, так, так. Через shift я подправляю глаз. Хотя, вроде как, не стоит. В общем, что мы имеем? Отличная экономика, раз. Надо делать грейд. О, отлично здесь. Топульты палят. Правда, не уверен, что это нужно. Против грантов. Еще добавляем каты, троллей. Продолжаем делать грейд. Здесь, возможно... Не будем уже достраивать. Второй таунхолл. Делаем грейды, делаем второй грейд на армор, убиваем свинью. Точки сбора ставить, к сожалению, нельзя. Тут делаем стронгхолд, это типа тир 2. Найс. Вырубка леса во все идет. Слушайте, хорошо, пошло, поехало. Вспоминаем хоткей. Вспоминаем, что у нас здесь. Ага, 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 ага. Ага, ага, ага. Вообще, я готов штамп-машину уже налаживать. Так, Stronghold доделался, мы можем сделать, продолжать делать дальше грейды. Эй, а ты чего тут? Ребята покинули свой боевой пост. А там идут и идут. Вообще нам главное доделать ключевые грейды и все, больше ничего не нужно. Как там? Тролль это А. Здесь у нас тролль-берсерк за 3к можно сделать. В Blacksmith'е... Слушайте, а там же где-то можно еще огров грейдить. Где же огров можно грейдить? New troll here. Новый тролль здесь. Ой, Blacksmith бьют. Ладно, давайте починим. Судя по всему, волны не прекратятся. Так, значит... Бараки у нас есть, ресурсы у нас есть, троллей строим. Фермы тоже. Подождите, а что-то... Вот! Огр Маунт, отлично! Вот это вот здесь огров магов можно делать. Вообще, наверное, можно ограми магами. Гоблин Алхимист, это для подрывников. Найс. И золота не хватает. 4000 на катапульт апгрейжены. С ума сойти. Готовим плацдарм для атаки. Огр Маунт, это, наверное, самое главное, что... Что нужно. Здесь у нас уже подбитые герои. Не стоит их вот так вот. Тем более, что Blacksmith нам особо не нужен. Поставим его просто. Потому что он необходим для огров. Огры, огры, огры. Просто огров можно делать. А, и можно Fortress грейдить. Это тир 3. Сори, что я играл в нее лет 10 назад. Поэтому не помню. Но здесь будут продолжаться атаки, поэтому лучше добавить еще туреточку. Кэноновские именно. А здесь у нас уже достаточно такая серьезная армия возникла. Огры у нас, конечно же, на О. Идет под заказ агров. Отдаем мы Blacksmith. Делаем кэноновскую, она на Си строится. А где у нас? А, вот, катапульты мочат подходящих товарищей. Вообще можно, наверное, выдвигаться потихонечку, когда огры маги. О, we're ready, маги. Master, I'm not ready. Он же двухголовый, они друг с дружкой разговаривают. Мы готовы, хозяин. А я не готов. Было вот в оригинале. Да ладно.
Чуть не разобрались. Эта мечка мне очень нужна, естественно. Во, доделался у нас Фортресс. Мы не можем ничего строить. А, Блэксмит не сделан. Странно. Гоблин Зеппелин. Это дирижабль-разведчик. Класс. Точно, он же делается быстро, Зеппелин. Это не транспортный корабль, как в третьем Варкрафте. Это разведчик, причем юморной такой. Очень далеко он видит. Просто суперская разведка, наверное, самая лучшая разведка в игре. Но на башню ему нельзя залетать. Ну что, пойдемте. Пора уже давить пацанов. Главное не фейлить с... Не фейлить с... Ну, вы поняли, в общем. Тут держимся. Work complete. Огра. А где огры маги можно вообще их делать? Огров магов. Может, в этой миссии нельзя? В общем, мы подтягиваемся. У нас задача... Блин, здесь нельзя выделять... Только вот так вот можно выделять. Ну, уже хорошо. Не то, что в первом Варкрафте. По 4 юнита. Подходим катапультами. И начинаем стрелять. Начинаем стрелять по башенкам. Нормально. Учитывая то, что мне 16к, думаю, имеет смысл делать последний грейд на баллисты. О, регенерация троллей, точно. Целая серия грейдов открывается, когда появляется... Когда появляется... Фортресс. Так, здесь держимся? Держимся, нормально. Героя с собой берем, ну, возьмем. А, вы куда? Вы куда? Ох уж этот АИ. Ну, им здесь не пройти же было, правильно? Главное, чтобы катапульты по своим не лепили. Вот это самое главное, я помню. Значит, добавляем агров. Регенерация троллей. Это... Ой-ой-ой-ой-ой. Спасайте катапульты. Отлично. Молодцы. Я вами горжусь. Да, это будет игра борьба. Борьба с интерфейсом. Ой-ой-ой. По своим аграм можно очень легко вот так вот. Когда особенно эти товарищи бегают. Так, ладно, берем. Shift, благо, работает. Двигаемся дальше. Вот это микроконтроль идет. Вызов просто игроку. Нормально, держимся. Так, катапульты едут. Заходим, пацаны. Здесь чисто. Берем подкрепу. Скорее всего, катапульт надо еще построить. Как раз штук 5. Ресурсы в ноль. Это апгрейд на то, чтобы тролли стреляли на единичку рейнджа дальше. Легкие топоры. У эльфов соответствующий грейд уже есть. Давайте двигаемся. Тут уже нужно исполнить победный марш. Для этого нужно просто... Просто-напросто... Не тормозить. Бах, бах. Где-то все еще идет движуха. Раз, минус огр. Продвигаемся вперед. Рейды у нас хорошие, все хорошо. Здесь шахта закончилась. 37к, кстати, в шахте было. Здесь тоже закончилось. Это катапульты вышли. Блин, жесть какая, а. Надо все же это... Так, а тут катапульты нужны. Вы две сюда. Вы две сюда. Ты летишь на разведку. А, ну вот они, бараки как раз. Сейчас врываться будем. Поехали. Ребята, поехали. Катапульт главное контролировать, чтобы они стреляли.
стреляет туда, куда надо. А именно по вражеским катапультам. По башенкам. Блин, микро вообще никакого. Ух, тут экшен идет во всего. Выбиваем башенки. Теряем при этом катапульты. Потому что огры рядом с катапультами тоже жесткий дамаг наносят. Блин. Так, а шахте у него 60к. Понятно. То есть, если бы я сидел и волны бы ловил, то могло продолжаться достаточно долго. Давайте, мочим, все, вычищаем. Народ. Начинаем добывать из его шахты. Пробую я разными вариантами выделить сразу несколько катапульт. Там через КТРЛ, через двойной клик. Все что-то не получается. Надо просто выделять вот таким вот образом. Поехали дальше. Что там у нас? Башня. Ба-ба-ба. А там еще, кстати, есть народ. И у меня тут рабочие, очевидно, проходили мимо. Всем главное не приказывать атаковать, иначе ж... Значит, ни-ни. Все, справились? Справились. Идем дальше. Еще один таунхолл. Опять катапульты подставляются. Ох, там еще вражеские катапульты. Башня была там что-то. Вон она. Три выстрела нужно для апгрейжа катапульты, чтобы... Ой, там огром. Вот это я зря сделал. Так, ладно. Юнитов у меня остается все меньше и меньше. Надо как-то поаккуратнее. А, и герои же еще есть. Сейчас вообще может ворваться. Смотрите, я не показывал вам. А можно на катапульту подлазить? Нельзя. На себя можно? Нельзя. Жалко, очень жалко. Ну ладно, вот. Герой и башенка. Раз, два, три. Что ты медленно бьешь? Хреновый пример. Слабо он башню бьет. Только катапультами можно нормально с ними сражаться. Добиваем последних товарищей в этой миссии и, судя по всему, проходим дальше. Нормально. Все, это последнее, да? Нет. Пойдемте искать. Наверняка же кто-то есть здесь. Ферма какая-то шалелая. Здесь ничего. Здесь ничего. Ничего. Здесь, может быть? Давайте проверим. То есть задача в миссии... А, у нас Зеппелин же есть. Сейчас мы это и увидим. О! Отличная находка, блин, в середине игры. Ламбермил и троллей дофига. Вот это, видимо, одна из задач. Надо было их захватить. Да, победа. Оставляйте комментарии внутри новости, все ли нормально. Огров магов грейдить в алтаре бурь. Холм огров только для огров. Алтарь бурь. Понял. Запомнил. Так, сейчас нужно справиться с двумя кланами орковскими, насколько я понимаю. Сразу дается нам маленькая база, скорее это похоже на аванпост. Посредине... Ну... Тут со всех сторон какие-то сюрпризы могут быть.
Проверяем. Может, кого... Ой, нашли сразу же. Я не это имел в виду. Надеялся я не на это. Думал, какая-то подкрепа. Все сурово. Сколько в шахте? 40к. Ну, по крайней мере, нужно найти место, где можно... Все равно разведка нужна. Правда, вот в какую сторону разведывать, учитывая то, что... Какую сторону разведки, если мы по центру фактически находимся. Ну, а судя по тому, как башни стоят, скорее всего, слева будет атака, поэтому я чекаю справа. Возможно, нычки. Чем раньше. Опа. Напоролся еще на одну группу. Причем, не факт, что я с ней справлюсь. Хотя нет, это три тролля. С троллями можно справиться. Да, давайте поставим Ламбермилл. По добру, по здорову. Только не здесь, а ниже. Наштрафанули, конечно, за отмену, но оно того стоило, отменить стоило, потому что, ну, здесь слишком маленький лесной массив для того, чтобы добывать. Фуда нет для того, чтобы делать дальше. Может быть, гранта слить одного. Это слишком какие-то брутальные методы. И идти я дальше не хочу вот с таким количеством юнитов, учитывая то, что на меня могут наехать в любой момент. Хотя бы одна таурка нужна для того, чтобы отбиться. Начинаем добывать лес. Ламбермилл готов, это значит, что мы можем загрейдить одну Гуард Тауру, сторожевую вышку. Продолжать добывать лес, потому что на фермы скоро не хватит. Уже 13 из 14, а сколько ферма стоит? 250, ничего себе цены. Да, я пойду сейчас на разведку, грантами вот этими дальше. Потому что башенка есть, и, соответственно... Мы отобьемся, если что. И огр тут. Ребята, бегите. Будет сложно. Я понимаю, что будет сложно. Ёпс, тудей. Фух. Это ужас какой-то. Просто ужас. Леса не хватает, грантов всех слили. И бешеный скролл, бешеный. Можно филигранно, блин, исполнять, чтобы скролл не проезжал. Так, леса не хватает, леса не хватает, леса не хватает. Разведку делать неким, разведку, по сути, так и не сделали, напоролись. И дальше мне точно без грантов некуда суваться. Но зато лимит освободили. Сейчас можем спокойно настроить рабочую. Есть плюсы, да? Так, здесь Гуаден. Здесь Гуаден. Хрюкает, потому что пик фарм, а не свиноферма называется. Золота мало. Мало. Ой-ой-ой, сверху идет. Ё-моё. И рабочий бьет. Ой. Ай-яй-яй. Причем так жестко бьет. Не-не-не, следующее здание, это будет у нас барак. Это будет барак. Здоровенный барак. И снизу нападение. Ё-моё. Чиним как можем. Ну, то есть, понятно, сверху будет атаки, а снизу будет атаки. То есть, тут нужно поставить башенку еще вот так вот, например. Эти ребята не возвращаются домой. Бывает такое, что рабочие за это завтыкивают. Здесь делаем тоже Гуард Таур. Здесь
сделаем тоже таурку, чтобы прикрывала рабов, но... Наверное, такую все-таки, чтобы они сверху уже идут. Правильно? Правильно. Еще один барак. Хватает леса, но скоро это мы исправим. И строим грантов. Нормально. Жизнь потихонечку налаживается, кажется. И вот сейчас мы, наверное... Хотя, идти с одним грантом, это немножко так, аркадно, мягко говоря. Но ведь нужно же делать разведку эту чертову. Ладно, с двумя грантами. Здесь еще одна Guard Tower. Тщетно я пытаюсь пробиндить войска. Тщетно пытаюсь сделать точку сбора. Все тщетно. Так, ну вроде нормально сейчас пошло уже. Такой легкий штамп. Так, 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 шахта должна быть где-то здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас опять наваляют. Заманиваем под башню. А здесь рабочих гоняет. Возвращаем ребят на исходную позицию. И уже с пятью грантами подбитыми идем вот к этому товарищу. Я больше чем уверен, что там где-то есть ничка. Наверху атака. Справа атака. Нельзя разменивать так грантов своих. Нельзя. Невыгодно это просто. Чаще всего по ту сторону портала больше... Армии больше противника. Ну, то есть золото больше противника. Ну и армии, соответственно. Ядрен батон. Вот она шахта, нашли. Да есть. Все, я понял. Так, миссия ясна. Значит, мы делаем стронгхолд. Ой-ой-ой, хаос, хаос, хаос. Просто нас унижает. Просто. Это жуть какая-то. Так, давайте-ка я запишусь. Так, наша задача выбить армии. Здесь, значит, сделали раз. Здесь вернулись Г2. Здесь гранты делаются 3. Делаем сразу грейды, потому что, ну, это нужно 4. И вот, вот эту вот точку нам нужно занять как можно быстрее. Как можно быстрее. Учитывая то, что у нас 3 подранка есть таких вот товарищей, которые из себя практически ничего не представляют. Я думаю, надо... делать огрядню. Правда, тоже непонятно, где ее делать, учитывая то, что здесь все занято. Вот так. Все, вот сейчас с этими грантами. С этими вот грантами мы идем выбивать правый низ. Берем с собой сразу одного рабочего, чтобы делать свечку. Я помню, что мы проходили с братом в юном возрасте лет 15 с перезаписями. И сейчас понимаю, что... Что игра, в общем-то, бросает вызов местами. Особенно, если и руки кривые. Да тут база какая-то. Так, огров можем строить? Не можем. Потому что огр маунт еще не готов. Так, здесь мы пробуем сразу же штампануть холл. Не получается. Видимо, его нужно сделать ниже. Да. Ой-ой-ой, а тут атака. Шахта закончилась. Нифига в себя. Ну, все вниз на сборы, естественно. Ребятушки, да тут жесть просто какая-то. Ой-ой-ой-ой. Жесть, потому что, ну... Реально. Так, эти нормально подтупливают. Вы собираете, ты собирай. Надо разведать правый верхний угол.
надо хоть как-то обезопасить эту нычку от базовых групп нападающих. Проверим вниз, если тут вход. Да, тут открытый вход. Ё-моё. ФФС. Просто ФФС. Ладно, делаем огром. Так, эти ребята у нас... Сюда вот возвращаются. Есть Гуаден, Гуаден. Золота уже нет, понимаете? Золота нету. Какой-то трэш. Просто трэш. Ага, они сами возвращаются. Ладно, значит, что мы можем сделать? Мы можем чекнуть вверх вот здесь вот, вот этой группой. Уже с каким-то грейдом. Меч потихонечку начинает работать, но это не панацея, как я чувствую. Мы встретим здесь, скорее всего, какие-то группы войск, сопоставимые с тем, что было внизу. Нет, это здесь база. Просто база вражеская. Разворачиваемся, навешиваем люлей. Может, и не база. Ну, то есть, может, это убивабельная база. Делаем грейд на армор, делаем огров. Продолжаем сборы, конечно. Ладно, давайте сделаем так. Запись. То есть нам нужно по нескольким направлениям чекнуть. Внизу, на предмет шахт еще. Но маловероятно, что здесь будет какая-то шахта. Скорее всего, я напорусь на что-нибудь неприятное. Дальше мы делаем агров, причем агров делаем... Агров делаем с обычных с грейдами пока что. Но по-хорошему нужно фортресс сделать. Но на него много ресурсов надо. Но хотя количество денег затрачиваемых на фортресс и на все, что нужно для огров-магов. Так, тут мечка у нас. А, мы здесь ляжем. Не сомневайтесь. Я пытаюсь спасти хотя бы кого-то. Огры, огры. Ой-ой-ой-ой, здесь еще атака. Так, ну вот, один, второй. Вот они отсюда бегут. Понятно, понятно. То есть, вырубаем сначала верхних. Почему? Потому что они не нравятся мне. Достроился... Во-во-во-во, здание. Алтарь вот этот, который нам необходим для того, чтобы... Для того, чтобы сделать огров-магов. Огры-маги умеют кастовать Bloodlust. Это очень читерное заклинание, которое увеличивает и урон, и скорость атаки. Фух. Ладно, я все понял. Эти ребята спаслись, но лучше, чтобы они остались здесь. Одну башенку пока грейдим, потому что на эту базу ни разу не нападали. И выбивать будем верхних, да? Что же делать? Делаем ламбермил. Заказываем еще рабочих. Потому что у нас не хватает леса. Да, и огры-маги. 1000 голды. Штампуем огров-магов. Ready to work. Это на лес. Это на лес. Скоро будет огры-маги, но для них еще нужно будет сделать... Орантунгра, они говорят. Делать ли грейд на атаку? Да, наверное, надо. Ну, у нас скоро шахта нижняя кончится, вот в чем дело. 18к. Нам нужно по-быстрому вырубать товарища наверху. Будем использовать группы огров по 9 человек. Накидывать Bloodlust. И набегать. Так, почти готов огромак. Еще огромак. Там еще косты, этот, Bloodlust, он делается вручную, не автоматически. Вот, Bloodlust, 1000. Второе заклинание огров — это руны, но руны крайне редко используются. Можно, кстати, было сбегать левый верхний угол. Потому что мне кажется, что... Ну, во-первых, отсюда не нападали. Воу, сейчас нападут. А, у нас же разведка сейчас появилась. Мы можем вот эти вот глаза повызывать. Как он там называется? Е. Воу. Сейчас мы чекнем.
Что у нас здесь? Эй, куда? Лети. Шахта пустая, 40 тысяч, отлично. Это то, что мне нужно. Делаем еще одну разведочку глазом, для того, чтобы понять, какое количество юнитов здесь. Фигня, ворвемся, убьем. Ага, вот у нас здесь будет следующая база. Глаз пропадает через некоторое время, довольно быстро. Сейчас последние секунды он доживает. Мне кажется, жизни на ноль, да, вот бахнется. Все, есть Bloodlust, делаем следующим образом. Все, поехали. Они реально жесткие. Все. Ворвались, убили. Делаем сразу нычку. Хорошо, продолжаем тогда разведочку. Влево пойдем. Так, на этой половине вроде как у нас ничего и никого нет. Да, это пустая половинка. А дальше у нас идет база противника, который собирает шахту 40к. Ага. Так. Хорошо, сейчас добавляем бараков. Делаем оставшиеся грейды на агров. Переходим рабочими на нычку. Опа, здесь тоже группа такая, которую явно надо забрить. Вот он, аванпост. Поэтому... И нападаем. Bloodlust, конечно, читерская тема. Очень жесткая. Так, War Complete, у нас 4 барака, правда, я довольно зря построил эти бараки весьма далеко от... Шахта здесь закончилась. Как раз своевременно мы передислоцируемся на верхнюю. Ой, а здесь у нас катапульты. Контроль. Хорошо, следующая цель — это вот эта вот армия, да? Это база, так скажем. Здесь мы выдержим. Фуда не хватает только. Раз, два. Три. Но фуд можно и слить, в общем-то. И проблемы. Ой, он сильный. Да, и город бы чинить. И катапульта здесь. Ох ты ж, ёжик. Надо без огра катапульт не сбрить. Жуть. Просто жуть. Так, а этим товарищам дать задание не только чинить, но и поставить пару новых башенок. Мне нельзя отвлекаться на всякую чушь. У нас атака наверху будет. Так, хорошо. Значит, здесь сделали огра. Здесь сделали... Сейчас башню быстро прогрыжу. Раз. Бывает сразу здесь дерево. Сразу дерево. Ну что, готовы врываться потихонечку? Здесь, конечно, посерьезнее тема будет. И с первой атаки, возможно, я не пробью его. Но это нужно делать. С Богом! В бой, ребят! Блин, это мясо, это Спарта просто! Просто Спарта! Давайте, накастовывайте в бою, инкаст. Жуть. Пробили.
Нормально. Ворвались. Надо верхнюю туреточку сбрить. И производящее здание нужно убить. Шахте осталось 30 тысяч. Это хорошие показатели. Мы, безусловно, сможем использовать это в своих корыстных целях. Я думаю, надо по 10 бараков делать в такой ситуации, когда начинается. Потому что огры реально работают. Ставим холл. Новую базу. Здесь свин мешает. Ой, ламбера не хватает. Некая барак. Он снова восстанавливает базу свою. А нам нужно добить это все дело. По возможности быстро, конечно. И планирую еще одну атаку. На вот этот вот небольшой аванпост, на котором в прошлый раз застряли мои ребятки. То есть нужно их разделять по два, по три человека, я понял. Так, чтобы эффективнее было. Здесь, соответственно, блэксмисы, всякие фермы. А тут... Тут больше шахты нет. Оставшиеся фермы, вот, не очень хорошо. И лес мешает. Добывается там немножко. Побежали дальше, ребят. Не останавливаемся, не останавливаемся. Нужно вычищать эту всю тему. Добываем лес дальше. Ой, то есть золото дальше. Эта нычка кончится через 10к. Шальные гранты, которые навстречу пришли. О, тут вырубки леса. Ой, это как раз база. Послали через атаку. Здесь не так важно. Здесь добьем, здесь строим. Здесь ООО. О, здесь бы корейцы, конечно, в этой игре решали жестко, потому что... Ну, потому что здесь есть куда кликать. Надо, наверное, здание сначала сбривать в такой ситуации. Потому что оно очень... Самое логичное, самое правильное. Сразу барак минус. Чик. В игре мы в этой обосновались нормально. Противник почти повержен. По крайней мере, одна из его баз точно. То есть, о, и здесь еще база на 30к. Ну, то есть, это вот второй как раз друг. Ага. И получается, вряд ли у нас между ними что-то серьезное будет. Тут пробежим еще ограми, конечно же, на предмет всяких вот таких вот групп. Но самое главное, это, наверное, сейчас добить вот эти вот базы. Блин, ПМ реально нужен нереальный. Для тех же самых бладластов тыком в нужные места. Так, это одна ферма, надо ее добить. О, из группы можно через shift выщелкивать. Класс. Свезло так свезло. Добываем следующую шахту. Здесь огры бесхозные. Они просто пробегают, смотрят, кто есть. Может быть, там какая-нибудь туреточка шальная. Еще таунхолл пытается восстановить товарищ. Но огры очень сильно бьют.
просто очень сильно. Он умудрился достроить барак. Так, здесь справились. Это чекаем. Это... Короче, все замечательно получилось. Надо добить только оставшиеся строения, их немного. И, собственно, все. Это, кажется, последнее здание было. Потому что всех юнитов надо забрить. Убили рабочего здесь? Нет, судя по всему, есть еще где-то группа и войск. Вот, еще одна. Тема. Да, без проблем. Посылаем народ сюда. Можно этим мазохистам огром увидеть, кто здесь. О, еще гранты. Тут нападение. Куда они взялись-то? Переубивали всех рабов. Yes. Фух, прошли. Начало было довольно стрёмненькое. Через патруль отправляй войска. Через патруль? Я даже не знаю, есть ли здесь патруль. Так, уничтожить хуманов. Терран must survive. Терран — это кто у нас? Это Death Knight. А здесь кто? Дирижабль. Ой, у нас появляются хуманы здесь. Терран — это рыцарь смерти, герой с хорошим уроном, практически неубиваемый, потому что у него есть кольцо смерти, и восстанавливает он жизни таким образом. Так, ладно. Нам предлагают взять дирижабль и провести разведочку, чтобы понять, куда, собственно, идти. Потому что, учитывая то, что нам дали сразу базу рабов, видимо, где-то должна быть шахта. Но не здесь. Хорошо, идем. Опа, вот они. Нам нужно взять эту базу. Приступом. Да, это без проблем. Тем более, что осадное орудие у нас есть. Эй, а как это? Там Кэнон Тауэр очень жесткий получился. Рейндж у него. А, вот еще как. Убили баллисту. Стреляю же. Ой, все так просто оказывается, да? Такой что-то замес глобальный происходит. Посливал, кажись, народу до жути много. Где мои рабочие? Нормальное начало. Все, рабочих нет. Рестарт. Как-то оно все там побежало, у них там баллисты, вроде как мне нужно в бой бежать, а вроде как и нет. И, в общем, это первый фейл. Я понадеялся на ребят. Тут одна из важных тем — это называется держать строй. Хотя какой к черту строй, если там баллисты?
Ладно, что мы можем? Нам нужно каким-то макаром справиться с... Выманить баллиста, да? Выманить баллиста. Можно выманить баллиста? Да легко. Берем так, хоп, и побежали. Ребятушки. Так, баллисты едут? Не едут. Ладно. Сейчас брат звонит, прошу прощения. Дядя? А может я справлюсь, Дим? Короче, Димка сказал, что центральная база на главной. Нужно сначала левую захватить. Поэтому мои попытки ворваться, они, конечно, похвальны. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Фигня. Сколько золота? 200 тысяч. Нет. Я не оставлю эту базу. Хрена с два. Так, ладно. Теперь надо просто понять, каким образом ее захватить без значительных потерь. Так, ладно, собрались. Конники хреново. Конники — это как огры. На кэноны не полезешь. Надо сначала выманить баллисты, чтобы они вышли и их без прикрытия убить. Потом следующий пункт обороны. Короче, ребятушки. Это будет сейчас микроконтроль баллистами. Вот, пошли вражеские баллисты. Все, отлично. Пошла одна. Мы берем буквально три агра. Стреляй уже, друг. Эй. Не повелся. Ладно, сейчас еще баллиста идет. Ладно, а если мы будем контролировать только эту баллисту? Остановись. Оп. Бах. Отлично. Получилось. То есть он натягивает сетеву, мы его фигарим. Главное время еще, чтобы... Вот, опять он... Оп. А-а-а! Да ну, это как-то хреново. Хреновый план. Давайте поближе. Оп. Оп. Ой, двух огров. И здесь еще атака, да ядрен батон. Так, ну я понял, с этим-то я справлюсь. Дальше две баллисты, не так много, касл не так много. Все, ребятушки, последний рестарт. Мы пробуем нестандартно пройти игру, точнее эту миссию. Собрались, Михаил. Вспомни все, чему тебя учил. Кто тебя учил вообще? Никто тебя не учил, самоучка, не уч. Все, обостряем, короче, пацаны, обостряем. Значит, что у нас есть? У нас есть рабочие, которые не нужны, герой, который может встать. Герой-то может неплохо зажечь. Группа огров, ее бы отдельно взять. Ну так, чтобы можно было их контролировать осмысленно. Тролли у нас должны выстроиться в ряд для того, чтобы, когда выйдут конники, их забрить. Отличный план, да? Гранты — это фигня в такой ситуации. Не мобильные, ничего не умеющие, в общем. Так, сначала мы выезжаем, смотрим, как баллисты, чтобы идут, не идут. Ага, увидели. Время не теряем. Подходим, стреляем, но баллиста сразу выезжает. И конница сразу выезжает, блин. Так, да, баллисты назад. Сейчас вы бежите сразу же на этих, да? Вы справляетесь с этими. Так, ты назад. А, отлично, замочили трех рыцарей, замочили две баллисты. Точнее, одну баллисту замочили. Так, стреляй, давай, стреляй. Чё, Буб, стоишь-то? Долго думала. Так, следующим мы выманиваем, соответственно, на конников слева. Тут идут футмены, надо подождать эту волну. Волна пошла. Хорошо, забрили. Дальше мы выманиваем конников, выстраиваем линию. Помним, что у нас есть еще козырный герой. Бегите.
Так, герой у нас дуэльку с баллистой играет. Ах. Блин, что-то хреново герой сыграл. Эти отчинили башенку, но катапульты и конницы больше не осталось, поэтому мы более-менее спокойно подтягиваемся поближе. Следующее, что нам нужно сделать, это... это кинуть Death Coil, а лучше два. Так, ладно, первый пункт обороны пал. С жертвами, конечно, но пал все-таки. Смотрим, что нас ждет дальше. Там гвардовские башни, ой, то есть кэноновские башни. И снова баллисты, то есть нам нужно опять... А, тут еще гвардовская есть. Так, тут сзади к нам подходит. Биваемся. Здесь тоже идут. Так, подтягиваемся. Контроль, ребята, контроль. Жалкие эльфы. Катапульты можно починить, кстати. Да? Да? Нет? Не, нельзя. Так, ну ладно, пробуем вырубить. Ой, слева еще бегут. Ой-ой-ой. Ой, здесь баллисты идут. Нет, тебе нельзя, тебе тоже нельзя. Стреляйте. Раз, ты отступай. Стреляй. Отступай. Вы тоже отступаете. Ты у нас стреляешь. Катапульта... Блин, тут хаос, просто хаос. Короче, осталась у нас только одна катапульта. Это плохо. Особенно поражают гранды, которые стоят. Вот эта вот катапульта отлично сыграла. Блин, ребят, я не пробью это. Потому что одновременные вот эти вот атаки с разных сторон. Это грустно. Ну, я сейчас еще разок попробую. Можно это сделать, если чисто это сделать. Но, видите, я фейлю. Например, слева идет сейчас атака, да? Мы должны перегруппироваться, желательно перестроиться. Там катапульта у меня сейчас стреляет. То есть уже фейл, потому что катапульта красная. Слишком сложно за этим всем. Могу скорость поменьше сделать. Во! Ну, со скоростью-то любой Валерий вообще сможет. Попробуй без скорости. Столько контроля, вы не представляете. Да вы представляете, вы все видите. Вы все видите, вы все знаете. Так, назад. Ты сюда, ты назад. Ты кидаешь койл. Ну, куда пульта не трогай, слышь? Уже кто-то умер у меня там. Делаем разведку. Кажется, контроль не контроль, все равно хрень получится. Так, ладно, значит, мы берем, идем, стреляем сюда. Сверху будет атака, мы перестраиваемся, соответственно. Эти сюда, эти сюда, эти сюда, эти сюда. Этот стреляет, поэтому, короче, контролим. Баллиста пошла, две баллисты пошли. А, граунд атак можно, кстати, сделать. Ой, с граунд атак вообще как в Нео можно сделать, да? Вот так вот. И я лишился катапульты все равно. Сейчас огра лишусь. Так, здесь лучник, ладно. Раз. Вас. Сейчас он будет стрелять, надо. Не, не стреляет. Не стреляет! Не стреляет! Блин, не, ребят, это тяжело. Давайте все-таки я рестарт сценарию сделаю и нормально захвачу левый город. Хотя я бы справился, если бы медленно. Нет, зато не так динамично. Дима, прости, я старался. Не очень, конечно, старался, но... Надо все-таки... Да можно пройти! Ребят, давайте в голосование запилим в чате. Если вы готовы... Если вы готовы... Брать мне центральный город? Брать...
центральный сразу. Да? Нет, мне пофиг. Давайте. Голосуйте, голосуйте в чате. Потому что я запарился. Да, брать, большинство забрать. Нормальные все психи, вы сговорились, вы просто хотите, чтобы я... Ладно. Все. Вот до этого ничего не было. Смотрите, лот. Точнее, не лот, а end сценарий, рестарт сценарий. Хоп. Поехали. И сейчас все очень четко делаем на средней скорости. Все очень четко. И все очень динамично, быстро. Какой ПМ вообще? Оцените, оцените. Просто. Так. Ага, увидели, увидели? Хорошо, план следующий. Значит, подходим раз, подходим два, подходим три, подводим четыре. Сильно не подходим, все, хватит. Выстраиваем более-менее линию. Против забегания, соответственно. Берем наши три катапульта. Какие точные клики у Михаила. А? Да, поехали, поехали, ребятушки. Сейчас у нас будет дуэлька с катапультами, в которой будут участвовать наши катапульты. Вот, 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 пошла дуэлька. Сплитим. Сплитим, подводим. Так, стреляет по этой. Уходи! А, надо дождаться выстрела сначала, ё-моё. Все вообще к черту пошло. Все к черту пошло. Особенно мне понравился выстрел катапульты, который... Блин, ребятушки. Что контроль, что не контроль, все равно получается хрень. Да нет, просто надо правильно катапульты контролить. Вот смотрите, двинулась баллиста. Все, двинулась баллиста, мы отступаем. Двинулась баллиста, мы отступаем. Перегруппировываемся. Вот она стреляет. Мы уворачиваемся. Оп, и стреляем по ней. Раз, два и три. Давайте, остальные, где вы там? А он успел второй раз выстрелить. Провал. Трындец. Да это трэш какой-то, а не игра просто. С таким количеством, блин. Да нет, если они выходят, можно просто по грамме приманивать, правильно? Поехали, поехали эти товарищи. Перегруппировываемся. Раз, два, три. Катапульты назад. Этими атакуем вперед. Катапульта вражеская не идет. Танкуем немножко декой. Катапульт вообще уходим, чтобы они не сплэшили. Перегруппируемся. Гранта назад. Этого гранта назад. Этими сюда. Этими сюда. Очень, очень по красоте все делаем. Этого сплетанули. Рыцари. Хоп, хоп, хоп. Туда-сюда. Катапульты уже подходят, но не стреляют. Это я понимаю. Нормально. Размикрили. Едем дальше. Так, стреляем по Кэнону. А, знаем, что слева скоро пойдут. Так, все, башенку убили. Переходим ко второй. Здесь будет еще одна баллиста. А, сначала шконь срывается, ядрен батон. Ай, баллиста тоже. Так, быстро подводим народ, чтобы он сразу весь стрелял. Стреляем по коню. Этих товарищей выводим, уводим от баллиста, от выстрела. Ой, Нео, чисто Нео отковырялся, молодец. Вы отступаете, ты... А ты у нас ничего не сможешь сделать с ним. Просто ты будешь приманкой. А, я маленький рыцарь смерти, не бейте меня. Ааа, по красоте! Так, первый уровень обороны практически пройден. Не-не-не, он идет! О боже! Не подходите, там Кэнон! Так, от Кэнона увернулись, хорошо. Катапульты, ничего не делайте такого, вы чего, по своим стрелять? Все, уворачивайтесь от Кэнона. Оп, увернулся вообще Огр, молодец. Так, отбились от волны. И стреляем по Кэнону. Фух, что там у нас дальше? Да, я помню этих товарищей. Это трындец, просто трындец.
Поехали, ребят, поехали, двигаемся. Move it, move it, move it! Герой.